Несколько секунд, и на проезжей части появляется ровная линия дорожной разметки. Термопластик со светоотражающими частицами высыхает за считанные минуты. Чтобы не создавать пробки и не тормозить движение, работы на улице Агибалова ведутся ночью. Общая длина дорожных линий от Маяковского до Красноармейской – около километра. Наносится линия 1,5 разрывист, прерывистая линия, сплошная линия. Будет сделана выделенная полоса для маршрутных транспортных средств. И также будут наноситься потом пешеходные переходы, стоп-линии, штучные формы, приближение. Там вот у нас находится школа, там будет сделана разметка «Дети на асфальте». Нанесение дорожной разметки – завершающая стадия комплексного ремонта дорог. Всего на обновление транспортных артерий Самары с учетом ремонта Московского шоссе и Новосадовой из бюджета всех уровней выделено порядка 7 миллиардов рублей. Чтобы полностью привести в порядок улицу Агибалова, а ее ремонт начался в апреле, потребовалось 62 миллиона рублей. В этом году впервые дороги обновляют с учетом интересов маломобильных граждан. На пешеходные переходы нанесут противоскользящее покрытие. Комплексный ремонт включает в себя замену асфальтобетонного покрытия на, будем говорить, прогрессивный щеменочно-мастичный асфальтобетон с полимерно-бетонными вяжущими, замену на гранитный бортовой камень, устройство плиточного покрытия, устройство дорожного движения, светофоры, разметка, ограждение и так далее. Ремонт газонов. Ровные дороги с новой разметкой в первую очередь радуют автомобилистов. Конечно, удобнее ездить, удобнее. Дороги хорошие стали, ровные. Нормальные дороги, разметку видно ярко. Намного проще стало ездить, управлять автомобилем. Ремонт самарских дорог по плану рассчитан на 2 года. На очереди улицы Ульяновская, Земица, Венцика. Самарские дорожники трудятся по-стахановски, идут с опережением срока. Работы на Агибалова обещают закончить на 1,5 месяца раньше, к началу учебного года. Марина Матвеевична, Алина Чемерис, Максим Гусев. События.